Всем привет! Сегодня буду делать видео из парка Шевченко Луна Парк. Хочу сегодня записать видео несколько тем. Мой опыт. Я своему сыну случайно проткнула, когда чистила уши, перепонку уха. Случайно кровь пошла, я просто истерика, я испугалась очень сильно, естественно, ребенок тоже. Что я сделала? Мои шаги. Прежде всего, я позвонила своему бывшему мужу, то есть обратилась к мужчине за помощью. Что делать? Такая ситуация. Он сказал, что вызывая скорую помощь, нет, семейному врачу. Я позвонила, она меня направила в больницу. Мы приехали туда. Вот, перед тем, как я поехала, я тут же обратилась к высшим силам энергии рода, силам рода, рассказала то, что произошло, ситуацию, чтобы помогли. То, что медицина началась такая душевная боль, дикая, чувство вины. Мне очень-очень было тяжело, не знала, просто меня просто втягивало в какую-то такую депрессию, тяжелое состояние. Я благословляла это состояние, просила, чтобы все зажило успешно у сына. Благословение. Что делает слово благословение? Благословение нейтрализовывает какой-то негатив и усиливает хороший позитив созидания. Вот, то есть вот шли выдохи, 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 пока мне не стало легче. Я благословляла, ну, наверное, полчаса где-то мне на это пошло, и мне стало действительно легче. Вот. Потом через неделю мы снова приехали, осмотрела, врач сказал, что там травма небольшая, что есть шанс, что доживет. Мы вот приезжали через неделю, действительно идет заживление. Вот таким образом я справилась, было тяжело, скажу, но вот хороший результат. Я делюсь своим опытом. Вот. Кому была полезная моя информация, прошу подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии, лайки для развития моего канала. Благодарю. До новых встреч. Пока!